Всем привет и доброго времени суток. Я сейчас нахожусь в нашем местном магазине. Это магазин Walmart. И мне надо купить шампунь. И заодно хочу посмотреть вообще, какие есть, что есть. Так. Дав. Почему вот это со скидкой 5,97, а было 6,97. Так, а что это у нас? Не вижу. А, это Body Wash. Это Body Wash. Это, ну, жидкое мыло для тела. Так, это нам не надо. Это тоже Body Wash. Ну, посмотрим. По ходу дела посмотрим. Что-то такое новенькое. Не видела такое. Ух, гранатовый есть. Body Wash. Вот. Черри. Так, а здесь тоже Body Wash. А, нет, это лосьон. Это Body Wash. Native. А вот это шампунь. Это шампунь Body Wash. Так, $15. Так, это тоже Body Wash. Чуть я не туда забрела, по-моему. Здесь Body Wash и лосьоны. А жидкое мыло для тела. Это мужские дела. Для мужчин. Так, пойдем посмотрим дальше. Это детские шампуни. Нет, это опять Body Wash. Вот шампунь детский. Когда мои маленькие были, вот я им постоянно покупала вот такие. Это таблетки, которые красит воду. Это такой звук издает, лопается, как в воде. И есть вот карандаши, которые можно рисовать на кафеле, и они отмываются. Все, я своим вот такие покупала, они постоянно пользовались, играли, чтобы им было как-то интересно. Поэтому это что? Это что-то новенькое. Мыло как пенка будет. Так, это вот тоже пенка. 4,88. Бомбочки для ванны детские. Так, 5,32. Johnson's Baby шампунь 6,78. Это лосьон. Это тоже шампунь. Это два в одном. Кондиционер и шампунь. Детское это все для детей. Здесь зубные пасты. Крест 4,97. Есть такой 8,97. Это полоски отбеливать зубы. Это тоже. Это тоже полоски для отбеливания зубов. Я сегодня как раз была у дантиста, стоматолога. У меня чуть-чуть зубы стали чувствительными. Мне сказали, мне надо взять вот такую пасту зубную для чувствительных зубов. Так, 6,98. Сейчас посмотрю, какую возьму. Они разные. Такие есть. Я думаю, я возьму себе вот эту зубную пасту для чувствительных зубов. Colgate.
4,97. Так, здесь две штуки. 7,96. Это 4,96. Вот так я пользуюсь вот этой зубной пастой. Ну вот что-то у меня не то с зубами стало. Мне сказали, надо вот это взять. Дантист. Здесь вроде шампуни, кондиционеры. Так, это вот шампунь 4,97 и кондиционер. Такой же вот зеленый шампунь 4,97 и кондиционер. А я думаю, что себе взять. Сейчас посмотрю сначала. Это вот сухой шампунь. Не знаю, никогда не пользовалась и не считаю, что это хорошая вещь. Зачем на грязные волосы брызгать шампунь? Не знаю. Гарнир. Какой цвет приятный. Ну, конечно, по размеру бутылька и, естественно, разная цена. Это кондиционер вот 3,97, здесь 354 миллиграмм. Это шампунь 3,97, тоже 370 миллиграмм. Это уже побольше. Так, это не гарнир, это другой. Вот гарнир. Это кондиционер 8,97. Это Head & Shoulders. Так, это 8,97 шампунь. Это тоже шампунь побольше. 835 миллиграмм. 11,47. Это два в одном. 5,97. Head & Shoulders мне не нужен. Я в свое время так много пользовалась им. Надоело. Хочу сейчас взять что-нибудь такое новенькое. Pantene. Кондиционер 7,97. Так, два в одном. Тоже 7,97. Ну, это шампунь. Да, это шампунь тоже 7,97. Пантин я тоже в свое время много использовала. Вот эти красивые бутылечки, да, мандой написано. 6,97 шампунь и кондиционер, тоже такая цена. 354 миллиграмма. Вот это тоже что-то новенькое для меня. Кондиционер 7,97, шампунь. Ну все, в общем, вот это по 7,98, то есть кондиционер, шампунь, шампунь, кондиционер. Так, кёрли-мёрли мне не надо для кудрявых волос, для тонких, волнистых, прямых. Сейчас посмотрим. Я думаю, я себе возьму вот эту шампунь, решила взять. То есть это кондиционер и шампунь. Для прямых волос стоит 7,98. Таким я еще не пользовалась, но попробуем, посмотрим. Дезодорант вот под мышками, чтобы брызгать. 6,97, они со скидкой. А были 7,97. На доллар скидка. Секрет. 6,97. Это женский. Это мужской, да. 12,78. Тоже дезодорант под мышками мазать. Как раз я видела такой. И шампунь есть, и кондиционер для волос тоже.
детские зубные щетки. Вот на девочек, на мальчиков. Разные. Зубные щетки. Это парфюмерия. Она вот так вот на веревочке, чтобы никто не утащил. Ну, можно побрызгать, попробовать, понюхать. Я сейчас хочу посмотреть. В Walmart'е вообще-то никогда не брала парфюмерию. Ну, красивые бутыльки. Такие яркие вот. Тоже, видите, на веревочке. Так, 25-98. Я даже не знала, что в Walmart'е есть и брендовая парфюмерия. Versace вот 76. Calvin Klein. Это мужские пола. Dolce & Gabbana есть 75. Эти красивые бутылечки. 39-98. Набор 19,97 духов. Красивый бутылек, да? Как будто лак там. Красный, розовый. Это вот такие вот. 39,98. Я не буду пробовать, потому что... А потом у меня голова просто кружится от этих запахов. Вот такие дела нам нравятся. Особенно, когда тело болит. Это соль для ванны. Тело болит или когда болеешь, простыл. То мы пользуемся этой солью. Нам помогает. Дети мне даже любят эту соль. Соль есть и в жидком виде тоже.